На линию 102 поступило сообщение по поводу разбойного нападения с применением холодного оружия по адресу Григория Сковороды. Приезду на место происшествия было установлено, что потерпевшая является девочка 15-летнего возраста с множественными колото-резанными ранами в области шеи, груди и плеча. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг лиц, которые посещают вышеуказанный адрес. Было установлено, что приблизительно в 9 утра девушка, находясь по месту своего проживания вместе со своим парнем, которому на момент совершения преступления было 18 лет, возник конфликт на фоне ревностных отношений. После чего парень взял кухонный нож и нанес несколько ударов в количестве 5 в область шеи, грудной клетки и плеча данной девочки. После чего совершил кражу ноутбука, мобильного телефона и денежных средств в сумме 600 гривен. После чего скрылся с места происшествия. Злоумышленник, выходя из места проживания своей девушки, открыл газовую колонку с целью замести следы преступления. По горячим следам был задержан данный гражданин и доставлен в Новокадарское отделение полиции. Девушкам дал признательные показания по данному факту. На данный момент вышеуказанному гражданину выписана статья 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мы были у нее дома, переночевали. Утром ее родители уехали на работу. Ей на телефон пришла смс от парня, от которого, ну, она, с которым она мне изменила в другом городе. И я взбесился, на эмоциях пошел на кухню, взял нож, подошел к ней и нанес ножевое ранение.